Масленичная неделя – одна из тем по программе направления «Музыкальный фольклор» в ДШИ номер 2. Воспитанники изучают новые песни, водят хороводы, готовят угощения. Праздничные народные обычаи ребята соблюдают каждый год. Здорово, так это интересно, когда наши дети знают наши традиции, поют песни, танцуют. Что, для чего это вообще делается? Ведь наши предки были очень умные, очень мудрые люди. Для объединения, для дружбы, для сохранения. И все это шло в параллели с природой. У каждого дня масленичной недели свое название. Их воспитанники знают наизусть. Катя Хатунцева на масленицу печет с мамой блины, играет в народные забавы с друзьями. На масленицу провожают зиму и встречают весну. Первый день ее встречают, во второй день гуляют, в третий едят блины. Второклассники направления «Музыкальный фольклор» отправили видеовыступление на 5-й областной фестиваль «Широкая масленица». Его можно будет увидеть в рамках всероссийской акции «Народная культура для школьников» 13 марта на официальной странице регионального управления культурно-образовательными проектами. Дарья Козина, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.